Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 23 февраля. Друзья, это достаточно волшебный день. И мы с вами поделимся одной фразой, которую нужно произнести именно 23 февраля для того, чтобы запустить процесс изобилия, достатка и благополучия в вашей жизни. Итак, друзья, 23 февраля это у нас будет 13-й лунный день и будет растущая луна. Вы знаете, сегодня будет день, он будет с одной стороны волшебный, и с другой стороны это будет неоднозначный день. В этот день у вас может быть встреча даже с прошлым, и люди, которые вы были уже готовы забыть, могут появиться внезапно в вашей жизни. Те же события, которые вы заметили в прошлом, могут повторяться снова. И есть, к сожалению, возможность повторить ошибки. Поэтому помните о том, что возвращение в прошлое может вам напоминать о каком-то незавершенном деле. Поэтому попробуйте сегодня выполнить его и справиться с бременем прошлого. Также сегодняшний день – это день успешного, активного общения. Многие публичные люди в этот день смогут добиться успеха. А работа в команде будет продуктивной, а вот массовые мероприятия принесут хороший доход. И если вы выступаете на публике, то это ваше выступление окажет сильное влияние на слушателей. Также много информации будет поступать от людей, которые необходимо нужно будет исследовать и отфильтровать. Помните, что ненужная информация вас может загрязнять вас и сбивать с толку. Также сегодня удачный день для очищения кармы и разрешения всевозможных противоречий, каких-то ссор и проблем. Вы также в этот день можете проверить свою карму, понаблюдая за сегодняшними событиями. И если эти события напоминают вам вчерашний день, то помните, что значит все в порядке с вашей кармой. Еще раз, друзья, день будет наполнен волшебством. Принимайте все как есть. И также этот день подходит для изготовления амулетов и лекарств. Ну и как мы, друзья, обещали, есть фраза, которая запустит процесс изобилия и достатка в вашей жизни. Итак, завтра, 23 февраля, друзья, в любое время вам нужно сказать три раза следующую фразу. С этого мгновения денежный поток направляется в мою жизнь. Также, друзья, напишите эти слова в комментариях под этим видео, ставьте лайк этому видео, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал «Эзотерика для тебя».